чего вы начать. Ребят, у меня сегодня случилось дело, и вы должны об этом знать, так что завтра кое-что будет, так что посмотрите. В общем-то, всем привет, друзья, с вами я, Файкоц, и добро пожаловать на скрепыши. Три. В общем-то, ладно. У меня вчера я открывал распаковку целых 50 штук, но не дооткрывал, но все равно дооткрыл. Две части вышло аж. И, в общем-то, я решил подумать, а почему бы не сравнить их? Ну, серьезно, это же подделки. Подделки, вот. Как их вообще можно различить? Тут же некоторые с бравами, а я не понимаю, как вот... Это же на подобие оригинальных сделано, ё-моё. Так что, подписывайтесь, когда вы поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Чтобы всегда знать, как говорят новое видео. Ё-моё, она опять. Я думал, что ролик спокойным будет, а нет. Ладно, первое это... У нас хопачки. Это инопланетяныш. Ищем, значит, всё. Инопланетяныш. Так, выбиваю все лишний хлам, симпаудибал в сторонку. Змея опять съемаю в сторонку. Симпаудибал еще один в сторонку. Это в сторонку. Где же она понятянин делаю? Бантик в сторонку. Не бантик, но вот это вот в сторонку. И еще скрепыш упал какой-то у меня. А, все равно подделка. Это тоже... Ё-моё, что ж такое? А где ты прячешься? Можно всё сразу высыпать. Да, давайте. Так будет удобней. А сейчас у нас инопланетяныш. Ищем его. Инопланетяне. Похоже... Вот он, вот он, вот он, вот он. Ну что ж. Славненько. Так, дальше у нас будет... Вы этого не видели. Так, дальше у нас будет... Так, сейчас найду подделку еще какая. Это вот такая вот. Так что... Я думаю, что она на... На... Отсылка на Бабы Лыша, серьезно, отсылка, да, отсылка, отсылка на Бабы Лыша. Вот Бабы Лыша, вот отсылка, смотрим. Это, конечно, все круто, но что у нас дальше? Дальше. Ой, это не то, это из другой коллекции уже. Вот, коса Леволока. Думаю, что я правильно нашел, потому что мне сразу это попалось в глаза. Ну что, похоже? Думаю, да. Петелыча мы сегодня найдем. Вот только заговорил про петелыча, уже петелыч. Итак, какого скопиша? Ну это круглый. А что у нас круглое? А, мумитрой. То есть, да, смотрите, оно хоть и немножко не такое, как сделано, но ладно, похоже все равно. Так что откладываем это назад, дело, и Кися Мися. Но она у нас уже была, вы знаете, все прекрасно, с чем она была связана с этим, так что попрошу с Хагисом, с Хаги-Ваги. Хаги-ваги, киси-миси, I'm born ready, born brother, every cherry, do re re re, I will marry, zombie, I'm been a... Розовый. Что у нас розовое? Она... Вот это вот, смотрите. Вот 100% вот это вот. Я, конечно, сомневаюсь, но я беру подходящий скрепышей, надеюсь, что беру. Так что так. О, вот. Ну это, в принципе, понятно. Магнит это аптека. Извиняюсь, приболел слегка, так что
Смею выкинем и ищем все дальше. Вот этот вот кубок. Ну он же этот. Вот этот вот кубок. Ладно, на самом деле это не так. Чё, дверь открылась у меня странно. Ну ладно, это что у нас? Это косарь проволока, но нет. Это не косарь проволока, так что откладываем. Так, дальше у нас кто? Дальше. Тут в основном пятёрочки всякие, но... Я просто вам покажу несколько скрепышей. Погнали, конец капиши! Думаю, вам понравилось. И так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну, всем пока.